Привет всем, дорогие друзья! А вы вообще знали, что правительство Российской Федерации продало множество НЛО кораблей, около 17 штук. Из них только 4 были, можно сказать, на ходу. Ученые разбирали после тех моментов, которые еще им досталось в 1953 году. Множество НЛО просто-напросто падали с неба. Но так считали, на самом деле их сбивали. Даже в 1947 году, когда США начала узнавать о том, что есть НЛО, начали их сбивать. Множество интересных данных попалось им, но они были шокированы, американцы, когда у русских появился самый передовой НЛО корабль, а именно военный, который был на ходу. Но русские не могли его завести по многим причинам. Как его заводить, они не знали. Но суть не в этом, суть в другом. Что масштаб того, что вы сейчас видите, это предназначение того, что скрывается у нас. Вообще НЛО, оказывается, находится под землей, часть НЛО кораблей. Но я хочу вам еще кое-что рассказать. Не так давно я уже говорил, что на Луне есть множество кораблей. Да, передовых, военных. Они ждут свой час. Спутник китайский тогда же зафиксировал движение. Около 1000 кораблей находились прямо на поверхности Луны. Но мы не знаем, что под землей. Не так давно НАСА заметила движение на Марсе. Хм, интересно, да? Какое вы думаете движение? Несколько сотен кораблей также были замечены на Марсе. Они были там, но через несколько месяцев их там не оказалось. Куда они делись? Мне так кажется, что они уже на планете Земле. Но это не факт. На Юпитере также было зафиксировано огромное движение инопланетных кораблей. И это только за несколько месяцев. Вы представляете, что надвигается? Сейчас по всему миру происходят необычные такие природные явления. Ну, это такие, знаете, моментами. Япония уже боится о том, что сейчас будет огромное цунами, которое смоет всю Японию. Потому что множество японских ученых уже доказали, видели множество НЛО в этом районе. Но, слава богу, пока нет таких масштабных, можно сказать, окружения. Но суть в том, что они предполагают, что из-за этих неопознанных летающих объектов скоро что-то наступит. Но, увы, оно уже, наверное, наступает, но мы с вами пока на это не реагируем. Да, что такое НЛО и почему им нужна наша планета? Не знаю, как вы, но множество интересных историй еще впереди. Не так давно случилась огромная катастрофа с одним самолетом. Пропал, просто-напросто пропал. В 2016 году один самолет из США должен был залететь в Лондон, исчез из радаров. Все посчитали, что он упал в океан. Никто не думал, что возможно просто пропасть. Но последние слова пилотов: оно движется за нами. Все. Эти слова записал рядом, который находился диспетчер. Но что это означало? Вы не поверите. Но через несколько лет этот самолет опять подал SOS в этом же месте. Такое ощущение, мне кажется, летчики вошли в какую-то временную петлю с пассажирами. И вот так теперь летают, типа SOS подают. Это страшно слышать, когда диспетчер слышит словами: это тот же самолет, но все номера этого самолета передает, и просто в шоке сам диспетчер. Но это еще не все. Оказывается, НЛО могут перенаправлять в другие миры. Мы уже видели в Турции, как НЛО напало на турецкие самолеты, и их просто-напросто забрали куда-то в другое измерение. Это был 13-й год, но все равно цель их какая? Вообще, цель их очень проста. Сейчас, в последнее время, мы наблюдаем, как НЛО выпускает свои необычные яркие такие дроны. Множество людей до них дотрагиваются и сразу погибают.
Кто-то в них кидает камни, кто-то еще что-то. Но суть в том, что множество людей, не зная, что такое НЛО, начинают думать, что это просто какой-то розыгрыш. Многие люди просто-напросто пропадают. И пропадают они средь белого дня. Были такие случаи не только в США, в Канаде, но и в России. Но самое страшное, это происходило в России. Когда в лесу, можно сказать, в тайге, грибник со своим сыном, можно сказать, пошли искать грибы. Но на пути их встал неопознанный летающий объект. Он выходил из земли, но суть в том, что они не знали, что такое это. Множество ям, которые вы наблюдаете вообще по всему миру, это НЛО. И даже в России. Но никогда не подходите к ним. Они вылазят постепенно, набирая свои необычные силы. Множество людей считало, что это все-таки фейк. Да и почему они должны не считать? Власти, зная о том, что происходит, и зная, что на самом деле происходит в космосе, люди прекрасно понимают о том, что скрывается под землей. Но представьте вы сами. Нашли вы, допустим, какой-то необычный артефакт, но его брать нельзя. Когда этот взял артефакт один парень, нашел он в болоте в 2007 году. Понес его домой, он блестел, интересные иероглифы были. Его жена ждала с детьми. И через несколько дней резко заболела жена, потом ребенок. Врачи не знали, что вообще происходит с ними. Не знали просто. Жена потом умерла. И через несколько дней ребенок. Этот парень понял, что он взял не то. Но через несколько дней умирает и он. Этот артефакт попал потом к сестре. Она не знала, что с ним делать. Но по словам его, что он нашел в лесу, где-то в болоте. Она отнесла этот артефакт. Но там ее ждали необычные шары. Когда она положила этот артефакт рядом с болотой, то яркая вспышка, и она очнулась в другом месте. Что за на самом деле было, но никто ей не мог поверить. Они думали, что это проклятое место. Вообще, люди, можно сказать, в Древней Руси поклонялись богам. Они верили во что и во все, что, допустим, не похоже было на людей. Они видели то же самое инопланетных существ, но думали, что это черты, бесы и так далее. Но суть в том, что сейчас мы видим совсем другую картину, которая происходит с нами, с людьми. От нас скрывают правду, необычные моменты истины, которые происходят, а именно пришельцы во плоти людей, они ходят безнаказанно и как будто у себя дома, и вы ничего поделать не сможете. Доказать также вы не сможете, потому что они уже на верхушке тех власти, что могут контролировать всех. Мы их просто видим, но сделать мы не можем. Множество инопланетян, которые находятся на Земле, это разная раса. Не думайте, что это одна. Их очень много. Но они потихоньку, можно сказать, нападают на нашу планету. Исходя из всей ситуации, они уже заполнили 37% планеты. Но для чего мы это должны понять сами? Множество ископаемых, которые сейчас добываются по всему миру, это золото, изумруд и множество другой ископаемый материал. Цены даже для них это очень. Потому что на рынке, если вы посмотрите, я имею в виду на рынке биржевой, вы увидите за золото сколько дают. Да и за изумруды. Это не просто так все происходит. Это целенаправленно того, чтобы мы добывали им то, что им надо. Может, это для них и ценный ресурс. Может, для них это и жизнь. Но зачем они это делают среди тех моментов, которые происходят сейчас? Никто не может доказать того, что происходит, дорогие друзья.